Привет, я очень рад видеть тебя на моем канале. Иногда для достижения поставленных целей, новых высот, нам просто необходимо немного мотивации. Порой нам кажется, что все наши усилия бессмысленны. Мы не видим результатов от наших действий, и хочется опустить руки и все бросить. Именно для этого, специально для тебя, я подготовил 50 сильнейших мотивирующих цитат. Уверен, некоторые авторы этих цитат тебе хорошо известны. Они достигли очень многого в этой жизни. Среди них Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль, Стив Джобс и многие-многие-многие другие. Я точно знаю, что дослушав и обдумав все ими сказанное, ты переосмыслишь свою жизнь и наполнишься новыми силами для своих свершений. Знай, у тебя все получится. Других вариантов просто нет. Итак, приступим. Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни. Многие люди смотрят на окружающий мир и спрашивают, почему? Я смотрю на окружающий мир с надеждой и спрашиваю, а почему бы и нет? На свете нет ничего абсолютно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть дважды. Если вы думаете, что способны выполнить что-то, или думаете, что не способны на это, вы правы в обоих случаях. Ты никогда не будешь неудачником, пока не перестанешь пытаться. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их в начале. Даже если ты проиграл, пройдет время, и ты поймешь, что слова «я попробовал и не смог» звучат куда достойнее, честнее, выше и сильнее банального оправдания «я мог бы, если бы попробовал». То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Инвестиции в знания дают самые высокие дивиденды. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. Страх останавливает действие. Действие останавливает страх. Когда-нибудь потом опаснейшая болезнь, которая рано или поздно похоронит ваши мечты вместе с вами. Сильные падают, но поднимаются, проигрывают, но не сдаются, сражаются и побеждают, а слабые не способны даже поставить себе цель. Лучше маленькое дело, чем большой план без действия. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты делаешь. Самое страшное – это не снова не получается. Самое страшное –
это я больше не хочу пробовать. Не допустить ошибок значит прожить неполноценную жизнь. Успех – это способность терпеть поражение за поражением без потери энтузиазма. Тыкается, лежа в постели. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Ястребы взлетают гораздо выше, когда летят против ветра. Ты никогда не переплывешь океан, если будешь бояться потерять берег из виду. Жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Избегайте тех, кто пытается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим. Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь. Единственная смелость, в которой кто-либо нуждается, это смелость следовать за своими собственными мечтами. Человека нельзя победить до тех пор, пока он сам не признает своего поражения. Я не могу изменить направление ветра, но могу развернуть паруса так, что всегда доберусь туда, куда мне нужно. Раньше я говорил, я надеюсь, что все изменится. Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось – измениться мне самому. Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого и лишь на 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя. Обучение – это лишь плата за обучение успеху, и не более того. Я твердо верю в удачу, и я заметил, чем больше я работаю, тем я удачливее. Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами. Не позволяйте нести себя. Не садитесь на чужие плечи и головы. Если вы хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто вы его имеете. Лучший способ начать делать – перестать говорить и начать делать. Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача. Напротив, она редко сопутствует тем, которые взвешивают и медлят. Пока у тебя есть попытка, ты не проиграл. Не ждите чуда или подвернувшейся возможности. Вы ось, и этот мир вращается вокруг вас. Так и живите. Приучай себя к тому, чтобы у тебя были только хорошие мысли. Они совершат с твоим сознанием чудеса. Никогда никому не жалуйся. Пожалеть пожалеют, но уважать перестанут. Если вы работаете над тем, что для вас действительно важно, вас не приходится подгонять. Вас тянет вперед ваша мечта. Устал? Отдохни. Но тогда ты никогда не будешь первым. Если ты споткнулся и упал,
это еще не значит, что ты идешь не туда. И последняя цитата на сегодня. Успех – это движение от неудачи к неудаче, без потери энтузиазма. От себя я могу сказать себе только одно – действуй. Падай, поднимайся, снова падай и снова поднимайся. Каждое падение позволит тебе подняться еще выше. Никогда не бросай дело своей мечты. Я был очень рад тебя видеть. Если мое видео оказалось полезным, подписывайся, нажми на колокольчик и поставь большой палец вверх. Мне будет очень приятно. До скорых встреч!